Ребята, привет! Я надеюсь, что я в фокусе и я в окошке камеры у вас полностью, ну или хотя бы частично, что вы меня видите. Сегодня я решила поменять декор своей комнаты. Вот всего вот этого, что находится сзади меня. Вот, например, вот эта надпись уже вообще не актуальна. Я решила избавиться от всей этой надписи на стене на данный момент и написать что-то новое, универсальное, но так, чтобы я не должна была потом по окончании лета опять это все стирать и писать что-то новое. Будет что-то такое, что подойдет в любом случае. Спустя 3 или 4 раза вытирания моей стенки, она превратилась в нечто вот такое. А вот эти вот все точки, это то, что поотрывалось от нее. Но это все из-за того, что моя стена была плохо подготовлена, я это заделаю, закрашу потом. Сейчас буду придумывать новый дизайн. Короче, схема такая. Я беру вот этот вот шрифт. Я бы, конечно, могла сделать хендлеттеринг, но поскольку у меня нет проектора, то я буду пользоваться таким методом. Возьму вот этот вот шрифт сейчас, который сделаю вот эту фразу, попытаюсь ее приложить к стене и посмотреть, как это получится. Сейчас я посчитала количество листов на стене, в какую ширину я хочу себе надпись. Напечатала ее полностью вот в таком вот виде на листе, посмотрела, как это будет выглядеть, сделала картинку в Photoshop, зашла на вот этот вот сайт и сейчас буду делить на кусочки, чтобы распечатать всю эту картинку по кускам, а потом переносить ее на стену. Можете прямо сейчас написать, что я псих, но я все это вырезала и склеила. И сейчас пойду лепить на стену. Вообще в восторге. В общем-то, я долго думала о том, как избавиться от поцарапок, которые у меня есть на стене. И ничего лучше не придумала, как не справляться с ними, а сделать их просто фишкой. Короче, у меня потертая пленка, как знаете, всякие есть такие эффекты для фотографий. И вот что у меня получилось. Как по мне, так выглядит круто. Кто-то скажет, что пусто, а я скажу, что минималистично. И в самый раз.